Всем еще раз привет. И как вы, наверное, уже догадались из интро, это Терминатор, версия для Sega CD. Это, так сказать, проапгрейженная версия той игры, которая была до этого на картридже для Mega Drive, старшего Genesis. Для Mega CD они, конечно, сильно игру проапгрейдили. Совсем другая графика, добавили кат-сцены, потому что Mega CD умеет все-таки видеовставки и так далее, хотя очень сильно пикселизированная. Но тем не менее умеет. Сегодня мы чуть-чуть тут поиграем в Терминатор на Mega CD, слэш Sega CD. Интересно то, что эта игра, она никогда не выходила в Японии на Mega CD. Говоря о том, что вообще Sega была где-то на третьем месте по популярности в то время. И там у них в Японии как бы игры на Mega Drive и Mega CD они выходили не так, не то чтобы не часто, но большинство тех игр, которых мы здесь типа знаем, там у них вообще их никогда не было. Опять же, кат-сцены взяты из фильма из «Войны в будущем». Вот наш Кайл Рис в будущем. Поначалу у нас тут даже нету турбо выстрелов, поэтому каждый раз приходится жать на кнопку. Thank you.
Первый уровень пройден. Есть, конечно, в самом геймплее чуть-чуть какая-то такая топорность, то есть Кайл Рис как-то так передвигается странно. Может быть, это из-за креста Вины на трехкнопочном геймпаде, такой, ну, типа такая специфика в нажатиях, этих хренов знает. И это, опять же, корявость при разработке, что тоже, как бы, это, по идее, норма была. Практически чем-то игра напоминает, будто бы Робокоп против Терминатора на Мега Драйв. Здесь тоже такое какое-то полутендеренное, будто бы спрайты. Хотя и не отрендеренное. Thank you.
сильно запикселизированное интро. Отправился в прошлое. Давно.
спустя уже сколько уже лет-то? Лет 8, наверное, последний раз, или даже больше. В 2011 на эмуляторе в последний раз. Интересно. Будто бы бар техноар на четвертом этаже. Странно.
закончить как раз. Такая была версия игры по первому Терминатору на Sega CD. Слэш Мега CD. Неплохая, конечно, версия. Получше, чем, конечно, на Mega Drive. Но все равно есть своего рода чуть-чуть топорность в управлении. Кайл Рис слушается из ряда вон плохо. Особенно, если вы играете на трехкнопочном оригинальном геймпаде, где крестовина и кнопки слушаются как бы очень-очень странно. Вот. Да и сам как бы персонаж, видимо, так запрограммирован, что, в принципе, он как-то очень плохо как бы слушается геймпада. Ну а так, конечно, одна из, по идее, из хороших игр, по идее, на данной платформе. Как бы ничего такого плохого и не скажешь насчет Мега CD. Ладненько, короче говоря, всем до скорой видео. Всем покедово.